Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас мега-огромный скричер-гонщик. Набор 4 в одном, представляешь? Там скорнет еще внутри. Где скорнет? А, да, вот здесь еще есть такой маленький скричер. А кому он достанется, мы сейчас определим в батле. Смотри, здесь у нас все машины скричеры. Куча огромная дисков. И нужно будет все вот эти диски вот сюда бросить, и произойдет мега-трансформация. Потом то же самое сделаю я. У кого больше машин трансформируется, тот и выиграл, тому достанется скричер. Скричер-гонщик, представляешь? Да. Набирай диски. И в центр мега-трансформация. Один. О! Дальше. Так, следующий. Второй. Дальше. Вау! Вот это круто, еще два диска осталось. И, ну, еще один сюда. Так, сколько у тебя получилось машин? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять машин. Ну что, моя очередь. Так. Опа. О-хо-хо, вот это круто, еще два диска осталось, подожди. Не получилось. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, почти 12. О-оу, я выиграл. 12. Я выиграл. Круто. Ну что, значит... О-о-о, вот это... Вот это нечестно. Ну все, уже да. Давай мы все это дело... Но все равно это будет моя. Ты думаешь? Да. Ну, посмотрим. Давай сначала мы ее откроем. Скричеры, разъезжайтесь в разные стороны. Я еще... Подожди, они у меня все трансформируются, Я уже открываю. Ладно, достаем, что у нас там такое. Застряло. Да нет, не застряло. О. Огромная машина. Подожди. Вот, вот. Ну-ка, ого-го. Вот это действительно мега-мега скричер. Давай, подожди, мешок снимем. Мега скричер. Я маленького сейчас достану. Так, вот он какой огромный. Смотри, у него тут есть вот еще что. Тут, то есть запускать можно и отсюда. Как он вообще собирается, если трансформируется? Думаю, так. Как-то вот так. Ты не достал? Давай сначала все достанем полностью, еще вот этого скричера достанем. Как называется он? О, все. Скорнет, муха. Скорнет. Трансформируется в муху. Смотри. Что там? Два диска еще дополнительные. Круто. Как-то закрепляется. Так, коробочку вот уберем. Вот эти надо нажать. Вау. Ого. Так. Сама должна, что ли? Я не знаю. Давай мы ее повнимательнее рассмотрим. Ты уже туда диск загрузил, что ли? Да. А как, вот так? Так, ладно, пока вытащим. То есть вот такой у нас это что? Мегагонщик? Это маленький такой. Что грузовичок. Маленький? Маленький грузовичок. Туда можно загрузить машину. Как его открыть, ты знаешь? О! А? О! Как его открыть? Ну-ка. Опа! Круто, смотри. А машину загрузить? Да. Опа! Класс. Машину можно, да, можно, получается, сюда загрузить скричеров первого и второго уровня. Какой берем? Ну, давай любого. Давай вот муху. Сначала какая? Надо вставить. Это другой вариант. То есть, смотри, тут можно очень много разных игр придумать. То есть, загружаем вот эту штучку, задвигаем, так. Вот еще тут поднимается. Что? Ого. И закрывается туго немножко. А, погоди-ка, вот так, да? Так. Вот, ну давай загружаем машину, закрываем крышку. И что? Да, попробуем для начала. Давай. Так, скричеры, пододвиньтесь. О-о-о. Они все еще трансформируются до сих пор. Давай попробуем для начала, как это все у нас происходит. Поехали, да? Да. О-о-о-о-о-о-о! Вот это круто! Класс! Скинули ничего машину. Себе! Вот эта машина поехала. То есть вот... Второй вариант. Подожди, да, подожди, я еще раз хочу. Я тоже. Ну-ка, давай откроем. Так. Вот эту это надо поднять. Змей тут. Да, двуглавый змей. Давай какого-нибудь другого скричера туда посадим. Вот эту машину. Так, ставим. Сначала вот эту надо. Все, подняли. Закрываем крышу. А давай сейчас вот тут второй вариант. Какой второй вариант? Нет, я знаю, что хочу сделать. Как? Ну, это пусть там будет пока. Смотри, поставим два диска. Вот так, один. И
Вот так мы поставим второй подальше. То есть нужно этой машиной, получается, наехать, чтобы открыла, выскочила, а вторая машина, чтобы поймала. Вот этот диск сможешь так? Ну потихонечку, давай катнем. Ладно, я катну. Поехали. Уехала машина, не получилось. По второму диску. И тут даже нет. А эта-то штука стреляет. Как? Как? Диском. Это я нажал. Точно, ну-ка, заряжаем диск. И вот эти две штучки, да, так? Ого! Вау! С огромной скоростью! С огромной скоростью! Так, смотри! Вот это класс! У него скричера вот так! Кстати, дикие скричеры — это не просто машинки, это герои мультфильма, которые можно посмотреть на официальном YouTube-канале. Ссылку на канал мы оставим в конце этого видео, а также она будет в описании. Ладно, я хочу все-таки сделать, чтобы у нас получилось... Где какую-нибудь дальнюю машину срочно! Вот, это кто такой у нас? Забыл? Да. Кто помнит, как зовут этого скричера, напишите обязательно в комментариях. А может быть сейчас, знаешь как? Как? Стрельнуть? Нет, ну стрельнуть-то мы стрельнем, конечно. Но я хочу вот этот трюк сделать, смотри. Чтобы первая машина, вот эта машина, поймала диск, вторая из нее выехала и поймала этот диск. Ну-ка давай, попробуем, я ловлю диск, чтобы он у нас не улетел. Толкай! Оу! Не получилось? Нет. Еще раз, давай, я попробую теперь. Опять давай эту. Ту же самую? Ну давай. Так, загрузили. Закрываем. Ставим два диска. Я знаю, что думаю нам сделать, чтобы нам точно попасть, чтобы у нас все получилось. Подожди. Я тут сейчас стрельну. Смотри, в какой-нибудь диск точно попадет. Да? Давай, поехали. Даже так не получилось. Надо было еще вот сюда, в центр. Куда в центр? Ну-ка, что не так у нас пошло? Вот так надо ставить. Ну, смотри, надо просто потренироваться. То есть не все так просто, как кажется. Так, закрываем. Пока диск, вот эта штучка не поднимается. Секунду. Загрузили машину. Расставляем диски. И подожди, закрыть же надо. И что ты хочешь? Ты все стрелять хочешь, да? Да. Ну давай, пробуй. Ой. Уехала машина. По-моему, она трансформировалась, но она не поймала диск. Но она у нас куда-то уехала очень далеко. Так. Секунду. Давай другого скричера. Просто вот я этого. Думаю, вот этого, красного. Сначала надо... Да, закрывай. Все? Нет. Закрыл? Да. Да, все получилось, хорошо. Закрываем крышку. Так, поехали. Опа! Ой. Ой, он трансформировался, круто, но он перевернулся, почему-то приземлился маленько не на колеса, да? Ну получилось! Классно поиграли, всем пока! Всем пока, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!